Я вас приветствую, дорогие мои друзья, с вами Дмин, Admin One Games, это новая страшная неделя в GTA Online, поехали! А поначалу попрошу поддержать видео лайком, подписаться, если не подписаны, и, конечно же, оставлять свои эпичнейшие комментарии. И не забывайте, что стримы теперь проходят на Twitch-канале Dmin One Games, и сегодня как раз мы будем хэллоуинить там вечером. Следите за обновлениями в телеге и так далее, все ссылки в описании. Тачка на стенде Tailgater S от Tobey. Давайте глянем. Уже не первый раз, но тем не менее, лям 121 тысячу стоит, всем удачи в колесе. Теперь по скидочкам на Legendary Mamba 30%. Скидка на катафалк. Торнадо Red на другой катафалк. 30% на Джорни. Бригам. Ну и Франкенстенш, специальную тачку для Хэллоуина. Ну и остается скидка на Санктус, который можно купить только в Хэллоуин, так что имейте в виду. На Династии скидок нет, как их нет и на сайте поддержанного бизнеса. А вот нам пришло сообщение, что можно фотографировать различных потусторонних существ. Да, про это я тоже хотел рассказать, но раз сейчас нам пришло, то, соответственно, я решил рассказать про это. Фото призраков и упырей. Да, карта, я думаю, будет прилагаться нам далее. Да, это тоже полагаются бонусы. Время покрутить колесо и посмотреть, что же нам выпадет. Жду всех вас на стримах на Твиче. Ссылочка в описании. Одежда, розовая кепка. Всегда мечтал. Особенно о розовой, да? Так, идем дальше по режимам и прочему. На этой неделе X3 Opt X3, денег, дела, сообщества, все, что связаны с Хэллоуином. А также то, чего все мы ждали с самого анонса этого обновления. Выживание на кладбище Людендорфа. Это Северный Янгтон. Как вы знаете, единственный момент, когда мы попадаем в Северный Янгтон, это пролог сюжетной линии GTA 5, где парочка наших героев, Тревор и Майкл, начинают свой путь. Да. Так что X2 опыта, X2 денег тоже. Это мы посмотрим в отдельном ролике и на стриме. Имейте в виду. Ну и все, идем дальше. Итак, выставочный стенд на улице. У нас тут Парагон S из недавних. И вот такой Импалер LX. Тоже не такой уж и старенький для игры. Идем дальше. В салоне у Симона тоже есть машинки. Правда, некоторые, я смотрю, старенькие. С прошлой недели. Иси Спорт есть. Как раз есть здесь Санктус. Можете прокатиться на нем, если не хотите так покупать бездумно. Есть у нас еще здесь вот такую. Шафтер, байк Хакачеву, жалко не дрэк, и Торнадо Ред, рот, опять. Подъезжайте. Говорю, как будто, блин, рекламный агент какой-то. Утилизационный цех предлагает 3 новых заказа, все машины, смотрю, сине-голубые, и ни одну из них нельзя сохранить себе в гараж после выполнения задания. Но тем не менее, давайте посмотрим. Чита Классик, угон у Мактони, Бродвей, угон из казино, и Кавалькада, угон у бандитов. Вот так вот. Кто желает, подъезжайте. А мы идем дальше. Автоклуб ЛС нам предлагает на этой неделе Пенумбру машину. Давайте посмотрим, что для этого надо. Водите число 3 лучших в гонке серии автоклуба ЛС 3 дня подряд. Ну, выполнимо, в принципе. А здесь у нас 3 машинки. О, Rapid GT у нас здесь, Comet. И вот такой вот S80RR. Первые 2 у нас по городу катаются, наверное, ну, по крайней мере, одна точно. И все. А там уже что-то другое. Так, ну что ж, можно покататься или приобрести. Давайте теперь поговорим про неделю с другой ее стороны. Итак, ребята, поскольку это хэллоуинская неделя, то, конечно же, все вот эти плюшки хэллоуинские есть.
Помимо выживания на кладбище, у нас есть новый вариант события ГОСТ, как раз фотографирование призраков, то, что я говорил, в зоне города. И за него дадут костюм охотника за привидениями. А также можно получить раскраску тачки охотников за привидениями. То, что можно было сделать в прошлом году. Я вот не смог. Хотел видосик снять, и не получилось у меня. Я не успевал по времени никак. Да, ну и дела от сообщества на Хэллоуин, само собой. Однако подписчики GTA Plus получат костюм мумии за участие в новом выживании. То есть можете еще и, соответственно, получить дополнительно костюм. Ну, это понятное дело, потому что здесь больше плюшек, то есть. Ну и, опять же, ребят, события, вот это вот фотографирование, у нас, помимо всего, еще и X2 опыта, X2 денег. Хэллоуинские скидки, маски, зомби. У нас 50%, ну и некоторый транспорт хэллоуинский. Некоторый только, опять же. Так, ну и еженедельные испытания. Можно получить маску жуткого кота, $100,000, $10,000 опыта, если отбить 3 волны в новом выживании на кладбище. И, в принципе, на этом все. Все хэллоуинские штуки. И остается нам только, ребятки, найти оружейный фургон. Хочу еще подметить то, что почему-то нам не сделали сбор тыкв, как было в прошлом году. Мне понравилось сладость или гадость тыква собирать по городу. Но кто его знает. Решили сделать заместо него выживание новое. Ну, наверное, выживание поинтереснее будет. Хотя посмотрим. Ладно, пойдем дальше. На ближайшие сутки оружейный фургон находится в самом верху карты. И давайте посмотрим, что можно приобрести. Полицейская дубинка, компактный ими, миниган, двуствольный обрез, гранатомет, тяжелый револьвер. Взметательного у нас все как бы по стандарту. Ну и броники кому надо. Что еще забыл сказать? Еще будет у нас включаться момент с нападением пришельцев, когда в небе будут тарелки. Ну, вроде как фоткать их не надо, потому что про это не написано. Просто это будет как визуал такой некий. И в остальном, я думаю, все это остается так же, как и бывает каждый год. Ну что ж, ребятки, спасибо всем, кто смотрел. Поддержите видео лайком, подпишитесь, а также, конечно же, смотрите ссылки в описании и пишите свои комментарии. А я думаю, что нам пора отправляться в Северный Йингтон, да, ребят? Всем до новых встреч, пока.